Юные, амбициозные и полные идей. Теперь их имена вписаны в историю. Губернатор Сергей Морозов встретился с первым в истории региона составом детской общественной палаты. Впереди очень интересная работа. Мы с вами должны будем сформировать большую, интересную, яркую программу под названием «Города, доброжелательные к детям». Это наша с вами стратегическая цель. Я не говорю только о городах. Я говорю в целом и о других населенных пунктах, но даже другие населенные пункты должны будут соответствовать по качеству жизни, по ответственности перед детьми, именно вот такому статусу. Новый и вполне необычный орган общественной деятельности отныне заручился поддержкой губернатора и его администрации областного законодательного собрания. Шест над юными общественниками взяла основная – взрослая палата Ульяновской области. Как я вижу нашу совместную работу, то есть ряд вопросов, которые мы должны обсуждать именно с привлечением представителей детской общественной палаты с участием детей, потому что много вопросов касается и образования, вопросы школьного питания. Не так давно живо обсуждался вопрос трудового участия детей. Ряды детской общественной палаты уже пополнили 30 школьников со всех районов области от 14 лет. Ребята успели сформировать 6 комитетов, выбрать председателя и определить вектор предстоящих работ. У нас уже есть предложение, как проект, разделить мусорные баки на пластик и пищевые такие, чтобы было легче утилизировать. Новый виток общественной палаты – это отличная возможность обратить внимание на детские и подростковые проблемы, оперативно донести информацию до первых лиц региона. Ведь, как известно, устами ребенка глаголит истина. Рената Алиулова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.